Всем привет! Вот и открываем мы сезон 2018 с прибором Terra 705. До этого лазили на другом поле, находок, увы, там не было, только время потеряли, там все перекопано, перебрались. Здесь все выгорело, свежая трава, хорошо ходить. И вот вторая монета буквально за 10 минут. Первая была деньга, орел виден, а здесь все затерто, жаль. И вот сейчас буквально вот ямка, поднял советы. Это уже пятак, видел, 1948 год. Сохран замечательный. Вот. Окрестности здесь такие вот, муравейники кругом. Красота. Ну, думаю, сезон удачно открываем уже. Вот. 48-й год. Потом посмотрим, сколько стоит. Ладно, будем искать дальше. Пацаны, не прошло и минуты, наверное. Вот там яма. Прошел я сколько? Метров 5. И у меня первое серебро. Серебряшка. Смотрите, полтинничек. А, сохранчик. Ага. Один полтинник. 1926 год. У нас был очередной сигнал. И походу кто-то рассыпал кучку советов. Сейчас мы их очистим. Сохранность должна быть шикарная. Советы поздние. 48-й год. 2 копейки. Так. Ну, еще 48-й. И третий. Сейчас посмотрим. И еще 48-й. И 3 копейки. Хорошая полянка нам сюрпризов преподносит. 3 копейки тоже 1948 года. Вот. Наша хабарница пополняется. Нашел карандаш вот в таком вот алюминиевом корпусе. Алюминий слабый, рассыпался весь уже. Пополняем. У нас еще есть пару часиков побродить. Думаю, еще находки будут. Пацаны, вот яма. Вот комок. Только выкинул его. Собирался разбивать. А он сам вывалился. Зелененький он был. Чуть-чуть погнутый какой-то. Даже не знаю, что это. Ну, в зелени. По размерам крупный. Может, пятак Катькин. Ладно, отмочим. Дома посмотрим, покажем. А вы не переключайтесь. Смотрите. Хышник. Живность потихоньку просыпается. Оп! Убежал. Биша. Вот здесь же. Ну вот, пацаны, раскопал такую ямину. Вот. Попалась деньга. Правда, погрызанная. Еще. Терка 705 пока справляется со своими обязанностями. Ладно. Ищем дальше.